Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги, рад приветствовать всех вас в Сочи на открытии 34-го заседания Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. Россия и другие государства Черноморского региона связаны многовековой историей политических, торговых, человеческих контактов, взаимопроникновением культур. Отталкиваясь от основы, заложенной этими связями, сегодня мы идем дальше, чтобы сообща строить взаимовыгодное сотрудничество, раскрыть его немалый экономический потенциал. Одним из важных механизмов совместного приложения усилий является организация Черноморского экономического сотрудничества. За без малого четверть века плодотворная деятельность, она по праву утвердилась в качестве востребованной площадки для поступательного развития разностороннего взаимодействия в Причерноморье. Россия, стоявшая у истоков создания Черноморского экономического сотрудничества, придает большое значение наращиванию взаимодействия в рамках этой организации, последовательно выступает за деполитизированный характер ее работы. Наш приоритет – решение практических задач в областях, определенных уставом ЧЕС, в интересах укрепления конкурентоспособности наших экономик на благо граждан наших стран. Рассчитываю, что сегодняшнее заседание